Но священник говорил на обедне, будто в царстве, государстве соседнем, где холодная вечерняя заря под пиренцы нашего царя, где холодная вечерняя заря подменили немцы нашего царя. И в палате государевой тронной самозванец тут сидит подмененный нами правильно Руси. Ты нас, Господи, помилуй и спаси, подмененный нами правильно Руси. Ты нас, Господи, помилуй и спаси. Болотное на нем сапожищи велит часть себя на западный манер. Словом бранным он приказывает хер величать себе на западный манер. Словом бранным он приказывает хер. И живем мы все теперь как в тумане при антихристовом этом обмане. Кто сегодня нам сумеет дать ответ, то ли русские мы нынче, то ли нет? Кто сегодня нам сумеет дать ответ, то ли русские мы нынче, то ли нет? Говорит святой отец на обедне, если в царстве государстве соседнем, там, где солнце закатилось за моря, подменили немцы нашего царя. Там, где солнце закатилось за моря, подменили немцы нашего царя.